Меня зовут Федотов Дмитрий Геннадьевич. Я являюсь советником Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. В данный момент я приехал на пилотный тренинг по правам человека, который организует Центр информации по правам человека. И здесь я нахожусь с целью того, что, занимаясь вопросами образовательными, занимаясь образовательными проектами в нашем фонде, мне было интересно посмотреть и обменяться опытом с коллегами из других стран. Мы знаем, что Центр информации по правам человека проводит очень большую, интересную и, главное, грамотную работу в правозащитной теме. В этом году Россия отмечает 20-летие принятия своего основного закона Конституции Российской Федерации. Кроме этого, сейчас, в этом году, также отмечается 65-летие принятия Всеобщей декларации прав человека. Так как одной из задач моего приезда является обмен опытом с правозащитниками и в области подготовки как молодых специалистов, так и людей, которые уже занимаются правозащитной тематикой, я надеюсь, что вот этот опыт, которым обладают сотрудники Центра информации по правам человека, в дальнейшем можно будет использовать для проведения совместных круглых столов либо каких-нибудь семинаров и тренингов в других странах, потому что, обладая таким уникальным и богатым опытом, было бы очень замечательно, если бы могли бы эти данные, эти знания передавать людям, которые могли бы использовать их в дальнейшем для своей будущей не только профессиональной деятельности, но и вообще своей повседневной жизни.